Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужна ли женщинам в родах поддержка другой женщины и как она может помочь? Мне кажется, всегда нужна поддержка, особенно в какой-то серьезный период. Мы люди, мы социальные, нам обязательно нужно окружение, а в родах тем более. Хотя в природе женщины есть все механизмы, чтобы родить, но тем не менее... Держите, не прячу, пожалуйста.